Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Галлиант, и мы продолжаем играть в Half-Life Black Mesa. И надеюсь, сегодня уж точно надеюсь, у нас финал. Я просто на это надеюсь, очень сильно надеюсь. Так, нам нужно взорвать еще одну штучку, да, из которой идет токсины. И она находится тут внизу, понял? Все окей, мы все токсины взорвали. Мы все, по идее, починили. Ну, на моем уровне все мы починили. Ну, типа, ну и так сойдет. Так, у нас тут хилка. Рабочая хилка, рабочая хилка. Фу, на самом деле, это очень интересно, что тут происходит. Мы видим, что варгонты находятся в рабстве. Мы уничтожаем их хозяев, и варгонты нам, типа, благодарны. Но все равно все очень-очень странно. Что это такое? Какой-то кристалл. Но в него попасть не могу, потому что мне чего-то не хватает. Угу, мне сюда, да? А как я тут пролезу? Мне все, не надо пролазить. А что делаю? А, мне вот сюда, вот, все, понял. Все, лезем, лезем куда надо. Какие-то прыщи растут, я думал, по прыщам надо пострелять. Это все оружие зарядить, а то патронов надавали. И, конечно же, у нас идет загруза. Я хочу увидеть финального босса, этого гребаного труса, который посылает типов, которые промывают мозги бедным варгонтам и заставляют их сражаться, потому что они сражаться не хотят. Да. Бьют их, пинают, какие-то хрень происходит тут. О, спасибо за патроны. О! Чё, фуловое оружие? Нет, не фуловое. Но патрон дали дофига. Так, поплыли дальше. Всем хай. Чё, где это я? О, варгон, ты здорово. Ребят, подскажите, пожалуйста, куда мне идти, чтобы по-быстрому дойти до вашего главаря? Ну, то вам не правит, так сказать. Я такой чувак должен быть безмозглый немного. Так, а что я тут забыл-то? Какая-то хрень. Зашел сюда, вышел оттуда. Может быть, мне надо что-то сделать? Подождите. А, вон, бочки плывут. Все, понял. Все, понял, ребят. Пусть плывут дальше. Ой. А все нормально, я получил следующий взрыв в лицо. Такое бывает, ничего в этом страшного нет. Я и сильнее получал. Там кто-то внутри. Там кто-то внутри. А, вот как они выращиваются. Прикольно. Это еще искусственно выращенные существа, которые сражаются против людей. Это неплохо, это неплохо. А я думаю, что они варгонтов-то бьют? А потому что они не настоящие, да. Потому что их очень много тут. А это что такое? Какие-то яйца. А, это пушки, это оружие все. Понял? Здорово, бро. Там наверху вон патроны. Ай, не достал. Еще давайте раз. Угу. За патронами сходим. Вдруг там что-то интересное, да? О, все, у меня пушка фуловая. Бам, по башке. Бро, открой куда-нибудь портал уже к боссу, пожалуйста. Куда-нибудь. Откройте по-братски уже портал, ребята. Вы что тут работаете целой толпой? Почему я все должен делать? Они заняли такую, знаете, нейтральную сторону, где такие, ну кто победит, за того мы и пойдем. Мне такое не нравится, ребят. Ой. Я это за текстуре увидел. Выглядело это правда мило. Так. А
Что мне надо сделать? Я туда если прыгну, меня сразу убьет, подождите. Тут надо что-то другое сделать. Давайте вниз упаду. Так, сначала этот заберем. Туда, опа. Загадка, разгадка. Так, что это такое? Что происходит? Что мне надо сделать с этой штукой? Подождите. Вот она, все, нашел. А, все, понял, понял. Там с другой стороны такая же должна быть попа. Всем здрасте. Я свой, ребята. Механизмы я свой. Какие-то поршни. Они, кстати, сделаны просто для виду, я вот уверен на 100%. Они какой-то там механизм не двигают. Все, изи. Все готово. Гений в деле, вы на пределе. Ребята умирают, всех убивают. Вы чё все взорвали? Вы чё, нормальные? Нет, вы сумасшедшие? Вы чё, это ж как? Вы чё, вы все взорвали, ребят? Вы поубивали всех? Вы всех убили? Я ничего не делал. Да я ебут. А эти не эти, видите, эти не занимают такую нейтральную сторону, они просто хотят меня убить. Нет бы занять нейтральную сторону, сказать, все хорошо, все нормально. Нет, давайте убивать. Я хочу резня. Дураки они. Куда мне? Я понимаю, мне туда вот. Откуда я пришел, да? А я могу просто вниз упасть, если что. Давайте так сделаем. Опа. Ну да, в принципе, мне сюда и надо было. Это идет сюда, но она отсюда уходит вниз, поэтому я никак не могу спасти ее. А, вон она. Да, все нормально. Все нормально. Просто так поубивали ни в чем не повинных солдат. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, подождите. Что тут не так, подождите. А что мне дальше сделать-то надо? Я что-то сделал, а не понял, что. А, вон туда мне надо. Все, понял. Уи! Прилетел. Всем здрасте. Как-то я много солдат ваших поубивал. Может быть, вы вызовете какого-нибудь начальника, который со мной уже подерется, и я увижу титры. Я уже не могу, я уже на пределе, мне уже плохо. Я хочу играть уже в другую игру. Ой. Хотя бы похиляюсь, подожди. Так, сюда нет. Нет. Не надо. Подождите. Сейчас задохнуть. Да есть никуда. Куда я засунуто? Я что-то не въезжаю. А. Тоже нет. Что делать-то надо? Может быть, засунуть туда внутрь просто вот эту штуку, так вот, опа. А, ну да, так и надо было. Все правильно, но она просто не была зеленой, поэтому я думал, она не взорвется. Она все-таки взорвалась. We are the projects, my friend.
Всем здорово, ребят. А, они просто дергаются, так и должно быть. Я думал, это враги. А это просто дергаши. Полетели дальше. Нам к боссу, до босса довезите, пожалуйста. Так, сейчас что-то мы еще, походу, кого-то убьем, как я понимаю. Мы это прям любим. Взрывай, убивай. Взрывай, убивай. Так, я не вижу тут этой фигни, которая набухла, ее надо взорвать. Тут полная жопа, туда лучше не идти, ребят. Тут вот мертвый лежит вот этот из-за нас. Ну ладно, его проблем. Я ни при чем. Я просто выполнял свою работу, я спасал мир. Всем здрасте. Опа. Вот так вот всего лишь прыгнул бы, вот так бы прошел, и все, и выжил бы. Потом сделал бы вот так вот, хопа. И все, ты в дамках, потом вот так вот, хопа. Потом вот так, хоп, хоп. И все, потом вот так вот, хопа. В чем проблема? Не знаю. Это ребят странные просто, слабенькие попались. Там может гранату просто закинуть, да и все, и париться не буду, вот так вот, хопа. А ты задолбаешь, ну серьезно, мужик. Я, сколько вас ваших уже поубивал, а? Вот твоих лично, друзей, сколько я поубивал уже? Я уже не знаю, блин. Я уже не считал, слишком много, мне кажется. Может, перестанете уже сюда приходить, а? Я буду вас звать мистер Черкаши, серьезно, блин. Так, мне вот сюда вот. Там стекло! На вид, стекло. Ну ладно, погнали. Блять, упал. Ха-ха-ха! Так, ладно. Так, стоп, почему не так? Бам! Бам, сюда. Бам, сюда, сказал. И патроны к ноге. О, да, вот да. А чё не все поднимаются-то, я чё-то не въехал. Вот же еще упаковка, вот упаковка, патрон. Игра, обманщица. Главный босс, ты где? Мне задолбало идти к тебе. Похожись уже, братан. Хотя я не могу, я даже песню не могу придумать про эту крысу. Он прячется лучше, чем крак, который я убивал в прошлой серии. Где ты? Где ты? Понимаешь, что чем дольше ты прячешься, тем вам хуже. Но не справляются твои люди. Ты их отправляешь. Но не справляются они, но не могут ничего противопоставить мне. Моей разрушительной мощи, понимаешь? А что-то будет. Или не будет. Ну, блин, ты кого еще отправил? Ну, серьезно? Самых слабых? Ты думаешь, на другой планете эти ребята не смогли остановить? Тут остановят. Ой, я не то сделал. Это случайно. Это случайно получилось. О, патроны, здрасте. Они очень много мне патронов отправляют. Как будто знаешь, что я тут сражаюсь. А, ну они... Мне кажется, в скафандре есть какой-то датчик, по которому они меня отслеживают. Именно таким способом они доставляют мне патрон. Теперь мне сюда. Ага, ну мне дальше сюда и оттуда туда наверх. Зато мы и понимаем, почему эти ребята бесконечно со мной сражаются, да? Они защищают своего создателя, как бы, они не могут его ослушаться, это просто искусственно созданная жизнь. Ну, это печально звучит, но мне насрать. Погнали сюда, наверх. Все, парня телепортировали туда, где ему больше не с кем драться. О, правда, кринж, мне зарядили пушку мою. Мне зарядили мою пушку, ребят. Она стала супер какой-то зеленой, а уже нет. Серьезно, где-то летают твари?
Ребята, у меня зеленая пушка, вы понимаете? Вам бы лучше вообще отсюда уйти. У меня не тратятся патроны. Для моей пушки не тратятся патроны. Все нормально с вами, нет? Для пушки патроны не тратятся, мои самые сильные. Все, пошли внутрь. Погнали. Это лучшее место в игре. Это что такое тут? Вау. Ну не забрасывайте на, с ней сверху на меня. Я что-то еще хожу. Вот если бы они так всегда не тратились, было бы прям вообще офигенно. Да тут что такое? Мне наверх туда. Понимаю. Сейчас дойдем. Раты хомяки. Всем хай, ребят. Это похоже чей-то туалет. Очень похоже. И загрузка. Я в предвкушении этого санного босса. Я так хочу ему лицо разбить, вы не представляете. Я хочу его расхреначить в кровь. Вот, пока не видно, что тут был босс. И я как понимаю, мне тут еще где-то прыгать надо. Сука. Это туалет, это точно туалет босса. Я на 100% уверен, что это туалет босса. Боже, что тогда все в говне, а? Ну, 100% его толчок. Угу, сюда. Во-во-во, поехал. Поехал туалет. Это горшочек, видели? Прям реально горшочек. Это взрывается, да? Нет, не взрывается. Ну, нормальный туалет. Там сейчас что-то происходит впереди. Блять! Нет! Меня за что? Я что плохого сделал? Взяли, вытолкнули, козлы. Какой странный туалет. Он слишком большой. Наверное, босс не маленький. Да ебать. Ладно. Да твою налево. Они тут везде, что ли, обитают, или что? Кто-то растил крокодила, выкинул его в толчок, и он вырос до огромных размеров? Что это такое вообще? О. Темпай. Так, заткнись там. Плеваться все могут. А ты попробуй не, не плюйся, да? Не плювайся, не плювайся. Надо снова прыгать. Надо снова думать. Надо снова что-то делать. И это мне не нравится. Я хочу отдохнуть. Я хочу полежать. Просто хочу босса убить и больше ничем не заниматься. Здорово, бро. Пара-пам, пара-пам, пара-пара-пара-пам, пара-пам, пара-пам, пара-парам, пара-пам. Да залезай уже. О. А это если я вниз упаду, сюда телепорт, я понял. Прикольно. Здорово. Здорово, бро. Чем занимаешься? Смотришь на горшки босса? Ну, бывает. Отключи, пожалуйста, портал этот. Можешь по-братски? Или что? Ну, не можешь, так не можешь. Хреново из тебя, конечно, программист. Кажется, это плохая штука. Забейте, я не так пошел. Да, конечно, не так пошел, я умер, все, забей. Давай уже убивай по-быстрому. Я знаю, что не так пошел. Я должен был стоять там на месте, она должна сверху была подняться. Я должен был медленно, медленно, медленно ехать по ней наверху. Да, все. Ехать по ней поверху. Сейчас покажу, как там должно было выглядеть. Иркаш, не появляйся. Нормально, вот. Вот так мы едем. Очень долго. Блять, ну я дурак. Просто подождать. Ну что проблема, просто подождать, да? Почему я должен сразу прыгать?
Да просто подожди. Да, блядь, ну просто подожди, ну подожди, ты на ней поезди, да и все пройдет, братан. Ну... А-а-а, тороплюсь, я не хочу это так долго проходить, я так задолбался. Мне игра очень нравится, я хочу просто другую начать играть. Да. Че за лазеры хреновы? Туда надо будет прыгнуть. Да, блин. Все равно получил урон. Окей. Ладно, мы доехали. Мистер Босс, пожалуйста, подойди ко мне. Давай пообщаемся. Еще телепорт. Дорогу делали, как будто из Почты России, ну серьезно, это просто прямую вверх нельзя было сделать? Ну или хотя бы по кругу сделать, ну что это за... Что это за дорога такая, кто ее строил? Вы соревновались, кто больше потратить денег на строительство этой дороги или что? Бям. Всем здорово. Это какая-то хрень, но мне походу туда. Я, возможно, умру, ребят. А, мне не туда, все нормально. Забейте, я помню, куда мне. Нормально. Изи. Фу, а я чуть не залез туда, где меня могли убить. Вот Фриман, представляешь, что ты один раз так придешь в какое-то место, где просто клетка, да? И ты не можешь оттуда выйти, никуда уйти. Ты просто застрянешь из-за своей глупости. А тебе пока просто очень сильно везет. Потому что эту дорогу строил идиот. Не, может она правильно построена, хрен его знает, да? Мне главное сказать, что ее строил идиот, и все. Главное сказать фразу, я строил идиот. Ой, ой. Я упал в воду. А ешьте. Ай, блядь, у меня будет полжизни есть. А, я даже так не умру. Твою на... Я даже так не умру. Сломай ноги, по-братски. Фриман, ну сломай ноги! Фриман! Да твою налево! А, ладно, это выглядело неплохо. Упал вниз обратно, упал вниз обратно, окей. Угу, я вот сюда вот. Так, понятно. Да, блядь, ну не вниз же, ну... Я ненавижу эту игру с этим паркуром бесконечным. Можно, пожалуйста, не надо? Я хочу просто пройти до конца, без паркура. О. Вот если бы не вот эти вот уровни, мне бы игра еще больше понравилась. А так игра просто на 10 из 10, так был баланс на 11. Хиляемся, хиляемся, сегодня мы с тобой хиляемся. Поехали. Угу, я умный. Я очень-очень умный.
Я защищен броней стали. Не так? А чё меня-то? Нет, подожди! Наебалово, я думал... Я думал, надо в точку прыгнуть. Обманщики, обманули меня, бля, козлы. Ладно, кем. Что происходит? А что? Спрессовали, убрались. А что происходит? Почему именно то, на которое сидел я, забрали? Странная вещь, странно, да? Все, выживаем как есть. А. Все сначала, все ебать. А. Вы ничего не видели. Это во-первых, во-вторых, вы ничего не видели. В-третьих, вы тоже ничего не видели. Я уверен, на 100% вы ничего не видели. Кто скажет, что он что-то видел, он ничего не видел. Это абсолютное вранье. Видеть нельзя, в этом мире невозможно видеть. Да блять, ну нет, ну не в самом же конце я должен умереть. Ну почему? Почему я умираю? Ебать. Что это? Что за карусель? Ха-ха-ха, нормальная такая каруселька, да? Все, нет. Походу все. Тут еще вот эти двери есть. У-у-у. Нет! Только не сначала, только не сначала. Ох, не сначала. Ой, я твою налево столько раз умереть от этой фигни. Это Unreal просто. Спасибо, спасибо, что я дошел до этого момента. Я шел к этому моменту почти всю свою жизнь. А, жесть. Всем здорово, ребят. Всех приветствую. Что тут происходит? Что за звуки? До свидания, ребята. О, ты кто? Они что, уже неподготовленных кидают на меня? У вас что, армия кончилась? Серьезно? У них, походу, реально армия кончилась, и они кидают на меня уже все, что у них осталось, типа. Нормально, нормалек. Какая-то кнопка должна быть 100%. А ладно, никаких кнопок нет. Все, это ГГ? Нет, нормально, все, залезть можно еще. А, так мне просто стрельнуть сюда надо. Че туплю? Угу, понял. Спасибо за бесконечные патроны на пушке. На моей любимой пушке.
Я уважаю такой выход. Спасибо. Варагон-то, кстати, очень сильные создания, но они очень трусливые, как я понимаю. И без каких-либо заставлений они не хотят ни с кем сражаться. Дело даже не в трусости, может, просто не любят драться. А вот эти очень сильные существа, но при этом они невероятно тупые. Типа мозг здоровый, а мозгов в нем нет. Не хотел никаких варагонтов убивать. Не мое это дело. Есть кто-то еще из парней? Где-то в спине, да, летает. Эй, говна кусок, умри. Расплавься навсегда. Фу, ну по патронам все нормально у меня. Да, я сказал, конечно. Наверное, они трусливые. Не трусливые, просто не хотят драться. Поэтому их заставляют. Козлы. Заставляют, козлы только заставляют. Надо все делать по собственному желанию. Вот вы по собственному желанию идете драться и умираете по собственному желанию. Что ты ими прикрываешься? Вот они стоят, никого не трогают, блин. Нормальные пацаны, варагонты, у них такие длинные пальцы, занимаются своими делами. Играем уже 33 минуты, я не знаю, типа, я хотел уже закончить на этой серии, но похоже еще одну придется снять. Или нет? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что сейчас будет конец. Здорово. Ты тоже то, чтобы хилку получить? Ага, все понял. Спасибо. Так, теперь мне сюда. Вот что это, интересно, они перевозят? Какая-то жесткая тема летает. Он подзаряжается, видели? Он подзаряжается, у него какой-то щит. Им не надо драться, это какой-то жесткий парень. Все, вопрос есть? Вопросов больше не имею, как говорится, да? Вон, видите? Пока, парень! Зарядился, зарядился! Я знал, что луч надо просто сломать, да и все будет хорошо. Так же всегда, луч сломаешь, и все сразу становится по-другому. Враги становятся друзьями, и все. О. Чу. Нормально, значит, меня не раздавило. Вот если бы раздавило, было бы реально смешно. Так, это если я вниз упаду, да? Подожди. Умру, блядь. Щитом надо что-то сделать с этим вонючим. Она упадет, вот эта штука, я полечу потом. Полетели. Нормально там пора такой. Не ори так. Надо орать по-нормальному. Типа. Так, полетели сюда, значит. Новый телепорт. Прощай. Прощай навсегда, уносит нас с тобой земля. Прощай навсегда, прощай навсегда. Так, нам куда-то сюда получается теперь, да? Где-то тут должен быть проход дальше, а где он, я даже не шарю. Тут ни черта нет, я тут всех поубивал только что, где проход дальше? Может быть, вот он? Да, вот он. Окей, а то я уже собирался убивать. Сейчас умру, блядь. Ну, так и знал, что сейчас умру. Там очевидно было.
Надо смотреть сначала вверх. Видишь зеленую штуку, синюю штуку, идешь, убиваешь. И вот эти, блядь, прыжки, они меня так задолбали в этой игре. Серьезно, я прям не могу. Какой в этом кайф? Бесконечно прыгать. Какой кайф? Хоть убей, я не пойму. Это... Кайф точно не для меня. И вот снова надо идти куда-то, что-то снова где-то прыгать. Босса дайте, и все, я его, блядь, снова эта штука. Мне кажется, старые игры всегда так делались, да? Ну или нет. Она улетит, и я полечу. Давайте, это финальная. Я надеюсь, это была финальная. Нет, не финальная. Эта кнопка есть. Тут есть два выхода наверх. Ага. И там щиты стоят. Два, три выхода. Это вот это вот уже финальная. Потому что тут все собираются в одно целое и отправляются в небеса. Фу, понятно. Здорово, парни. Я извиняюсь, конечно, ребят, но это Unreal. Убить ее не под вами, это такая себе штука. Все, теперь нормально. Я извиняюсь, листало было много, ребят. Это не моя проблема, честно. Вы сами даете себя починить, поэтому давайте с этим как-нибудь сами. Если бы можно было бы сразу пройти, не убивая вас, я бы с удовольствием так сделал. И чё? А. Сейчас, наверное, буду подниматься через эти все лазеры, понятно. Не, ну нормально. Окей, тут я все прошел. Мне теперь вниз ехать. А нет, дальше идти. Ай! Пролетел. Так, одну штуку я отключил, получается, да? Даже три. Не, получается, я отключил одну только. Да, вот которую я отключил, там туда проход закрыт. Хорошо, буду знать. Вторая штука. Вот снова, блядь, херли летающие. Вот откуда вы такую силу берете, чтобы летать? Тоже хочу летать иметь. Так, дальше мне... О, тут еще есть. Нормально. Я бы сказал, что мне их жалко, что я убил их слишком много, но мне кажется... Я просто совру, да и все. Просто совру, и все. Нет, их не жалко. Ой, я понял, снова эта штука. Состояние здоровья критическое. Да я вижу, что она критическая. Тут могла бы уже не говорить. Похиляться бы. Похиляться бы. Кто даст такому хоть хиляться, да? Я хотят меня только убить. Мы это проудес. Майфрейхинт. Вот и похилялись. У меня серии начали идти по 38 минут, по 40 минут. Только из-за того, что я хочу побыстрее пройти эту игру. Но это Unreal, она невероятно долгая.
Понимаю, хотите показать красоту мира, но вы, блин, зацикливаете вот три раза одно и то же сделать. Три раза, блин, три раза. И до этого делал три раза, и сейчас делаю три раза. Вы представляете, три раза после трех раз я делаю это. Сука, больно. Ну, конечно, больно, блин. Чувак меня камнем кинул. Конечно, мне будет больно. Камень, блин, в лицо. Это больно. А, и что мне делать? А, я понял. А, лагает. Очень жестко лагает. Секунду. Это жесткие лаги были только что. Так, вот еще одна. И тут три сразу. Блять, одна хоть заденет, я умираю. Нет, ладно, не умер. Фу, ладненько, ладненько, вот живой, живой. Порядки вещей выживают для меня. Так, всем здрасте. Мы наконец открыли последнюю часть. Надо будет как-нибудь видос урезать, чтобы не было 40 минут. И можно спокойно прыгать наверх с вами. Но перед этим давайте похиляемся. Знаете что, давайте-ка на этом мы остановимся. Да, следующий видос у нас будет, не знаю когда. Я думаю, выпускать уже по два видео в день, так будет, наверное, логично. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, ребят. Удачи вам и до скорых встреч. Всем пока. Всем пока. Каланга. Сам ты Каланга.